юбилей учителя музыки. Вадим Красносельский поздравил с 85-летием Ольгу Жуковскую. Она преподает сольфеджио в Бендерской музыкальной школе. Когда-то учила и президента. Бендеры – первая музыкальная школа. Преподаватель сольфеджио Ольга Жуковская встречает Вадима Красносельского. Президент тоже когда-то у нее учился. Приходил на уроки сольфеджио в этот класс и играл на аккордеоне. Это было в 80-х. Ольга Жуковская преподает здесь до сих пор. Ей исполнилось 85. Президент Красносельский подарил цветы и поздравил. Вы всегда были принципиальные, требовательные. Да, никогда просто так у вас оценку нельзя было, так сказать, получить, это 100%. Вот. Но, тем не менее, вы всегда ценили в человеке усидчивость в ребенке. Если даже человек и старался, вы это однозначно ценили. Я это, кстати, видел, я до сих пор это помню. Если вы думаете, что это было когда-то давно, на самом деле это было для меня как в голове, так буквально вчера. Вот. Я помню преподавателей всех, помню всех по именам и отчествам. Вот. У меня музыкальная школа ставила такой яркий след в моей судьбе, и вот вы лично в этом следе есть, это вот я вам говорю точно. Поэтому я с большой благодарностью, я вспоминаю всегда, как ходил в музыкальную школу, мне это реально очень тепло на душе от этого становится. В юбилей для Ольги Жуковской новое звание – заслуженный работник ПМР. Президент Красносельский вручил удостоверение и нагрудный знак. Цветы вот такие вот. В этой музыкальной школе Ольга Жуковская преподает сольфеджио больше 60 лет. С ней ученики узнают ноты, тональности, интервалы. А самые сложные аккорды становятся простыми. Сольфеджио – очень интересный предмет. Это развитие слуха, памяти. Это познание мировой музыки. Это все то, что в тебе есть, ты уже потом преподносишь детям. Занятия музыкой полезны каждому ребенку, говорит Ольга Жуковская. Среди ее выпускников люди разных профессий.